Они думают, что я помешанный на фиксиках. На самом деле нет. Я просто помешан на фиксиках. Смекаешь, да? Не помешанный, а помешан. И знаешь, перед тем, как я тебе это, ты должен кое-что знать. Ты у меня далеко уже не первый. Прости, братан, не я, а жизнь суровая. Поэтому, бро, прощай. Да ну едить колотить, вещь нас кто-то перебьет. У меня проблемы, я просто не могу перестать думать о фиксиках. Ты уже зависим от них. Что? Я не зависим от фиксиков, это ты зависим, а я давно не зависим. Все, пока. Вот мы и остались сами. Я тебе уже говорил, что ты у меня не первый. Да что опять? Да сколько можно уже? Ну блин, ну ё-моё. Да что опять? Попробуй забыть фиксиков. Все, фу, все, ладно, пока, я понял тебя, все, все. Что ты еще хочешь? Сынок, ты что? Это же я, твоя мамка, а ты вот как с ней, да? Я, значит, когда тебя голубчики готовила, когда ты свою письку теребонькал, отец так ничего не знал, а ты вот как со своей матерью, да? Ай-яй-яй, сынок, тебе не стыдно, нет? Мам, прости, я просто перепутал, прости, вот реально, блин. Ты покушал, сынок? Да, я покушал. Ути, какая ты умничка. Жесть мамку. Мам, стой. Мне там идти надо, можно я пойду? Иди. Видишь, что у меня тебе времени для матерей. Да ладно. Я шучу, сынок. Ты знаешь, какая у тебя мамка шутница. Иди, сынок, иди. Пока. Гриш, а когда мы его закодируем от фиксиков? Сегодня? Хорошо, Гриш. Все. Теперь нам точно никто не помешает. Так, стоп, привет. И как ты знаешь, это я. И нет, я не помешан на фиксиках. И это все был мой наркоманский сон. Хорошо, что хоть ни писюни не приснились. Хотя, знаете, по глупости я сделал одно тату. Нет, после этого случая я все еще независим от фиксиков. И да, мой любимый завтрак немного странный. Ты вообще можешь чай без сахара пить, и это еще я странный. Если бы я был помешан на фиксиках, я бы делал ловушку для фиксиков. Сереж, а что ты делаешь? Ловушку для фиксиков. Черт. Мы сделали ловушку для фиксиков. Фиксик, как увидите, смотрите, все будет видеть. Он будет думать, вау, мои братья, надо их спасти. Он будет бежать. Но здесь его что-то ожидает. Он бежит, опа, переворачивает их, падает, он попадает в мою ловушку. И в общем, мне тогда есть еще один фиксик. И сейчас мы испробуем эту ловушку. Увидимся завтра. Или через 5 минут.
Не прошло 5 минут, как уже что-то туда упало. Вы слышали это? Здесь винтик, смотрите. Ты идиот, это из твоей ловушки упало. Я не могу поймать фиксика. Я не помешан на фиксиках. Нет, я просто их люблю и не могу без них. Помогите мне, пожалуйста. Что творим, брат? С вами Сергей Онис. И на этом все. С вами был Сергей Онис. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. Всем пока! Усилился стопкратно. Все говорят об одном, что нет пути обратно, что ты не можешь, а я не твой.